Владимир Казаков рассказал губернатору, что за 2 месяца был проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Его результаты показали, у курортов Зауралья есть большие резервы. На сегодняшний день заполняемость зауральских санаториев в среднем за 11 месяцев этого года составляет 60%. По мнению нового директора, это неплохой показатель по отрасли в целом, в том числе и в Уральском федеральном округе. Первым этапом, который мы сегодня наметили, это, конечно же, увеличение продаж. Лидером, скажем так, среди тройки санаториев является санаторий «Озеро Медвежье». Там достаточно серьезная заполняемость, и даже вне зависимости от сезонности, порядка 65% в целом, посложнее ситуация с Сосновой рощей. То есть там достаточно мощный имущественный комплекс, но пока в силу определенных причин он не так раскручен, как Медвежье. В Лесниках у нас загрузка идет за счет, в том числе, и бюджетного финансирования. То есть мы оздоравливаем большое количество детей льготных категорий через фонды социального и медицинского страхования. Значит, эта работа сейчас продолжается. Также Владимир Казаков рассказал и о проблемах предприятия. Это в первую очередь большой износ основных зданий, который негативно сказывается и на репродукционных параметрах курортов. Решение проблемы требует серьезных капитальных вложений. Поэтому сейчас готовятся инвестиционные площадки с предложениями по инфраструктурным проектам. Алексей Кокорин предложил проработать вопрос по включению благоустройства санаториев в программу развития сельских территорий. Светлана Епифанова, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». Буквально вот.